Экзамены георгиевских кавалеров открывают ученики 176-й Самарской школы. Эти ребята не понаслышке знают о подвиге своих предков. В школе есть музей боевой славы. Орденом Святого Георгия были награждены 35 самарцев. Награды, фотографии и письма. Этим ребятам предстоит сохранить память о героях. Я считаю, то, что наше поколение должно знать героев, которые отдали своей жизни за свою родину. Высшую воинскую награду больше 200 лет назад учредила Екатерина II. Среди военных орден Святого Георгия считается особенно почетным. Этой награды удостаивались только те воины, кто с оружием в руках на поле боя доказывал свою верность Отечеству. Орден Святого Георгия, его еще называют военным орденом. Это единственная награда, которую можно получить только за участие в боевых действиях. Она на паркете не заслуживается, она в поле. В этом году в Самаре появилась организация «Союз георгиевских кавалеров, их потомков и исследователей». Ее возглавил участник спецоперации в городе Цхинвал Максим Емельянов. В свои 30 лет он настоящий герой, кавалер Георгиевского креста 4-й степени. Основной задачей организации видит патриотическое воспитание подрастающего поколения. Патриотизм, я как думаю, должен воспитываться с детства учащихся, у школьников. И то есть, когда они это видят, они этим занимаются, у них возникает гордость за нашу страну. По примеру своих предков, эти ученики войдут в Самарскую георгиевскую полуроту. Планируется, что она примет участие в параде 7 ноября 2016 года. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, «События».